Летний был гораздо меньше у нас народу, как бы все отдыхали. Но осенний это будет последний. Так что... Крайний в этом году. Ну, в этом году крайний, да. Так что всем не хвоста, не чешуи. Шкварку! Давайте я вам коротень. Летняя рыба хотя бы подает признаки жизни. Грайберной крышкой махнет плавником, она считает при движении щека всегда должна быть у вас пристегнута. Он живой, да, он вижу. Клади. Клади, клади. Так, и там еще два мелких. Подожди, стой. Кило 125 пошли. Номером 22 Арсентьев Виталий Андреевич Дмитрий. 255 грамм. Который утро не поверил. Вытянутый бочонок под номером 13. Они очень расстроились и расстроены ушли на воду. Но, поймав 1 килограмм 385 грамм, занимает второе место. Моторин Вячеслав, Алексеев Евгений. Молодцы! 10 грамм, она же щука. Поймал экипаж Кукуев Артем Ясковский Владимир. Он вручается два приза. Один приз от фирмы «Экспорт». Вы можете купить у них на этот сет. Понравится. За крупную рыбу. Я с вами.